Ну что ж, мы продолжаем рубрику «Математические олимпиады», и на этот раз будет математическая олимпиада, а точнее пример из математической олимпиады Люксембурга. Давайте посмотрим, что мы сразу можем преобразовать. Ну, во-первых, корень оставляем. И дальше, корень из 9 – это, понятное дело, 3. Как можно представить корень из 8? Корень. А 8 мы представляем как 4 умножить на 2. Что делаем дальше? Ну, опять записываем корень. 3 оставляем. А здесь мы можем 4 из-под знака корня вытащить. Вытаскиваем его как 2. Теперь дальше нам необходимо 3 представить как сумму чисел 2 и 1. А минус 2 корня из 2 пока оставим. Ну и для чего мы представили 3 как сумму двойки и единицы? Сейчас я расскажу. Нам необходимо вспомнить формулу сокращенного умножения. А точнее, а в квадрате минус 2аб плюс b в квадрате. Которая также записывается как а минус b и все это в квадрате. Эта формула называется квадрат разности, и она нам здесь очень поможет. Перепишем немножко по-другому, переставив слагаемое. На первом месте у нас будет 2. На втором месте у нас будет минус 2 корня из 2. Также умноженное на корень из 1. Мы можем умножить это число на корень из 1, так как корень из 1 это и есть 1. И умножая любое число на 1, оно сохраняется. Поэтому мы такую операцию делать можем. То есть у нас, если смотреть по формуле, то получается, что а это будет корень из 2. Так как здесь у нас корень из 2 в квадрате, поэтому получается 2. И дальше можно заметить, что здесь уже а без квадрата стоит. Вот, корень из 2. А b в нашем примере это корень из 1. Ну а дальше мы можем просто сократить по формуле. И у нас получится корень, а под корнем корень из 2 минус корень из 1, и все это в квадрате. Здесь можно квадрат и корень сократить, только не просто. Дальше мы должны еще поставить модуль. Получится модуль корень из 2 минус 1, просто напишу, так как корень из 1. То же самое, что и 1. Ну и теперь мы можем снять знак модуля, если корень из 2 это число, которое больше, чем 1. То есть разность этих чисел должно получиться число положительное. Ну и конечно, корень из 2 это больше, чем 1, а точнее корень из 2 это примерно 1,414. Ну, больше, чем 1. Поэтому число у нас получится здесь положительное. Знак модуля можно снять. И ответ у нас будет корень из 2 минус 1. И вот все, за несколько минут мы решили задачу олимпиадного уровня, зная лишь формулу сокращенного умножения и переставив позицию так, чтобы она подошла нам. Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение данной рубрики. Не забывайте про лайки, чтобы продвинуть это видео. Ну и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.